А это плохо, что это сделали? Я говорю, очень хорошо. Хоть одну сделали. А у нас есть, сколько у нас? Я у школы вот есть. Нет, город в этом году 46 дворов порядка. Тихонечко начинаем. Спасибо. Спасибо. Мы на Юлсом живем. А там, смотрите, микрорайон целый у вас строится здесь новый. А садик будет ни в чем. Садик. А как вот пенсия пенсионеров? Пенсия пенсионеров? Да. Она должна быть достойной. Стала самой популярной площадочкой у нас, да? Хорошая площадка. Да, не ожидал, что у нас столько детей. Оказалось, очень много, мы да. Мы будем надеяться, что детей будет больше. Что у нас столько спортсменов. Я, конечно, думаю, что это будет взято за основу, эту площадку. Потому что действительно, многие спрашивают, как, да, кто спроектировал. С жителями проектировал. Большое спасибо. Нет, хорошая. Мы сейчас сколько потратили? 3 300 000. 3 300 000. Ну, здесь достойно. Ну, и с учетом еще по способу кое-как, что-то откуда-то взяли. А моя площадка была раньше. Да, она стоит, да. Ее раньше поставили. Мы совместили. Ну, то есть здесь у нас, в принципе, получилось сейчас для всех. Хорошо получилось. Да, хороший комплекс очень, да. Думают, куда потратить субсидию, это правильно, на самом деле, хорошее дело. Ну вот, с учетом того, что у нас сегодня такой важный день, мы готовимся все к 1 сентября, и, конечно, прежде всего, готовятся наши педагоги, они готовят школы, готовят классы, готовят те аудитории, где, куда придут ребята, где они будут заниматься. Первый класс пойдет 13 500. А через 5 лет мы ожидаем в первый класс 15 500. То есть вот мы видим, что тенденция, вот эта тенденция, она изменилась, и мы очень хотим, чтобы тенденция сохранилась по и демографической и дальше у нас. Потому что нам очень хочется побольше маленьких, умных, красивых туликов. Поэтому те милые дамы, кто здесь присутствует, обязательно об этом позаботьтесь. И да, что хотел еще сказать. Мы, кстати, для того, чтобы вы могли дальше нормально работать и учиться, мы предусматриваем в том числе и определенные меры социальной поддержки. Вот мы для семей студенческих, там, где и мама, и папа учатся, мы предусмотрели дополнительную субсидию. Ну и самое важное, это то, что мы до конца этого года полностью решим вопрос по обеспечению детскими местами в детских садах для детишек от 3 до 7 лет. И задачу ставим себе таким образом, чтобы следующим годом уже завершить и для ясельных групп, потому что ясельных у нас ребятишек очередь почти 850 детей. Но и сами понимаете, что, конечно, для центральной части города нам нужно новое строительство, новые школы. И вот я, пока с Евгением Васильевичем ехали, я сказал, там у нас есть несколько площадок перспективных в центральной части города, которые мы будем отдавать не под застройку там, новых торговых центров или очередных жилых домов, а именно мы хотим все-таки, чтобы это были социальные объекты. Пошли сборочное производство. Огнемет шли. 4 000 в этом году. Для нас, конечно, очень важно посмотреть, как живут сегодня наши оружейники. Ну, не секрет, все вы прекрасно знаете, внешнеполитическая ситуация непростая. И для нас очень важно посмотреть, какая у нас готовность наших оружейных предприятий для того, чтобы выполнять государственный оборонный заказ. Это для нас очень важно. Посмотреть проблемы, которые есть, помощь регионального правительства для наших оборонных предприятий очень важна. У меня завтра будет встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным, который отвечает за наш промышленный оборонный комплекс. Поэтому в том числе доложу ему о вашем предприятии, что был сегодня у вас в гостях, и надо готовиться к юбилею. Но не только праздновать, а важно, чтобы мы еще были трудовыми успехами. И действительно вся страна сегодня смотрит на наш военно-промышленный комплекс. Мы должны уметь себя защищать. У России есть только два союзника. Ее армия и флот. Слова сказаны не мной, но как было, так и действовало.